Цикорий. Классификация, разнообразие. Цикорий относится к семейству астровое, астерацея. Это двухлетнее растение, включающее два вида: цикорий салатный, цикориум индивия, и цикорий обыкновенный, цикориум интибус. Цикорий салатный, цикориум индивия, делится на два крупных подвида, культивируемых из-за их листьев. Кудрявый цикорий типа криспа и цикорий скариол типа латифолия с цельными листьями. Второй вид – цикорий обыкновенный, цикориум интибус, включает горький цикорий типа фолиосум с большими красными, пестрыми или зелеными листьями. Цикорий типа сативум, как витлу, или бельгийский, или эндивий, или сорта цикория, выращиваемые на основе их корней, из которых извлекают сахар или их обжаривают для заменителя кофе. Виды интибус также насчитывают дикие виды цикория Европы. Опыление цветков цикория. Соцветие цикория называется цветочная головка-корзинка. Оно состоит из язычковых цветков от синего до пурпурно-синего цвета. Цветочки являются обоеполыми для обоих видов. Цветочки цикориум индивия самооплодотворяются, но имеют тенденции к аллогамии. Поэтому они не нуждаются в оплодотворении насекомыми. В цикориум интибус цветы автостерильны, так что они нуждаются в насекомых-опылителях. Сорта внутри каждого вида имеют тенденции к перекрестному опылению благодаря присутствию насекомых. Из-за особенностей, характерных для каждого вида, цикориум индивия также может опылять цикориум интибус, но обратное невозможно. Чтобы избежать межсортовых и межвидовых скрещиваний, следует выращивать два сорта цикория на расстоянии 500 метров друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 250 метров, если между ними существует естественный барьер, такой как живая изгородь. Чтобы избежать скрещивания между сортами цикориум индивия, можно прибегнуть к выращиванию под фиксированными москитными сетками, так как эти сорта самоопыляются. Для цикориум интибус можно использовать технику чередующихся противомоскитных сеток, представленную в разделе о механической изоляции азбуки семеноводства. Тем не менее, нужно следить за тем, чтобы близко не было ни цикория эскариола, ни кудрявого, ни дикого цикория, чтобы они не могли смешаться. Цикл развития цикория. Цикорий – это двулетнее или многолетнее растение. Оно дает семена только на второй год. Выращивание семенных растений цикория в первый год цикла такое же, как и для цикория, предназначенного для потребления.
Уделите достаточное внимание выбору семенных растений на основе таких характеристик сорта, как форма, размер, цвет листьев и хорошо сформированные кочаны. Для ветлуфа селекция проходит на основе хорошего корневого развития, а также хорошо сформированному и плотному кочанчику. Растение цикория, которое прорастает в первый год и не завершает нормальный цикл развития, должны быть удалены. В последующие несколько лет они, как правило, будут образовывать семена все раньше и раньше, а вы этого совсем не хотите с лиственными овощами. Для лучшего генетического разнообразия всегда лучше хранить от 10 до 15 семенных растений. Осенью можно собрать листья для салата и сохранить корни для семян. В регионах с мягким климатом корни цикория могут зимовать в земле. В регионах с суровым климатом существует несколько способов хранения семенных растений зимой. Прежде всего, корни можно выкопать до зимы, обрезать листву на несколько сантиметров над корневой шейкой, и хранить либо в силосном бункере во влажном песке, или в горшках в погребе. Идеальная влажность составляет 80%, а температура 0,4 градусов по Цельсию. Можно также сеять цикорий поздно осенью, в холодных теплицах или на открытом воздухе в умеренном климате. Если к началу зимы он сформировал маленькие розетки, он будет более устойчивым к морозу. Он сформирует свой кочан весной и зацветет летом. Весной мы снова высаживаем в саду корни, хранящиеся в погребе. Гнилые мы удаляем. Щедро полейте засаженный участок. Они понемногу зацветут и дадут очень высокий цветоносный стержень, который нужно будет подвязать. Сбор семян цикория происходит по мере созревания и может быть очень длительный. Поэтому не ждите, пока растение полностью высохнет, чтобы собрать урожай, потому что большая часть семян уже упадет. Можно также собрать семенное растение целиком. Семена дозреют уже на собранном растении.
В любом случае, семена нужно досушить в проветриваемом и сухом месте. Извлечение, сортировка и хранение семян. Растения должны быть полностью сухими при извлечении семян. Семена цикория часто извлекаются с трудом из своих маленьких капсул, но иногда они легко падают на землю. Сухие семенные коробочки энергично растирают руками или бьют палкой. Если ничего не помогает и семена остаются в своих капсулах, остаются любые механические средства – скалка, колеса трактора, молоток. Другая техника, немного деликатная, позволяет справиться с капсулами, которые не открываются. Мы ставим их в миксер для специй, либо в кофемолку. На семена можно пропустить через измельчитель кофе или травы в течение нескольких секунд с удивительными результатами. Но будьте осторожны, не слишком долго, иначе семена будут превращены в порошок. Для сортировки семян используют сито различных размеров для удаления сучков, стеблей, а затем пыли. Напоследок семена провеивают, чтобы удалить остаток отходов. Для этого можно слегка подуть на семена в тарелке или решете. Сухие семена высыпают в герметичный пакет, в который кладут этикетку с указанием сорта, вида и года производства. Пребывание в морозильной камере в течение нескольких дней уничтожает личинок паразитов. Семена цикория имеют силу всхожести в среднем 5 лет и более. Эту продолжительность можно увеличить за счет хранения при низкой температуре.